Библейский портал экзегет.ру представляет. Тринадцатый псалом, читаем в переводе Российского библейского общества. Переводчик был Михаил Селезнев для библейского портала «Экзегет». В двенадцатом мы читали, как псалмопевец просит Бога, Обратить на него внимание, увидеть его, вот без тебя, Господи, у меня ничего не получается. В 13 он описывает более подробно, как это выглядит на практическом уровне. У него из-под заголовок начальнику хора Псалом Давида, такой же, как и предшествующий, что, в общем, мало о чем нам здесь говорит. Негозяй уверен, Бога нет. Люди растлились, творят гнусные преступления, никто не творит добра. Вот э, очень логичный вывод, да, то есть, если нет Бога, то все позволено, как потом это сформулирует Достоевский. Но здесь это уже есть, да. А поскольку Бога нет, то можно творить все что угодно и зачем делать добрые дела? Лучше сделать то, что приносит себе здесь и сейчас выгоду, прибыль, удовольствие. Господь взирает с небес на людей, смотрит, есть ли мудрец, есть ли ищущий Бога. Все сбились с пути, все испорчены, никто не творит добра, ни один человек. Неужели ничего не понимают они, люди, делающие зло? Мой народ пожирают они, будто хлеб, и Господа не призывают. Там объяли их страх и ужас, ибо с праведниками Бог. Вам смешны надежды бедняка, но Господь защита его. О, если бы с Сиона пришло спасение для Израиля, когда Господь возвратит свой народ из плена, будет тогда веселье Иакову радость Израилю». Такое ощущение, что Псалом написан уже в плену, вот хотя написано Давид, но Давид может быть просто таким вот основателем традиции псалмопения, да? И, э, вот, а может быть, плен здесь в каком-то переносном смысле, то есть все как-то не очень хорошо, вот мы порабощены и надеемся на избавление. Но даже не очень важно. Вот, привязать псалом к какому-то историческому моменту крайне трудно, если только он не привязан самим своим текстом к тем или иным событиям. А вот, э, смотрите, значит, негодяя, уверен, Бога нет, и поэтому все позволено. А с другой стороны, Бог, который ищет людей. Вот часто мы говорим о том, что человек ищет Бога. Да? Вот духовные поиски там и так далее. Богоискательство есть такой русский термин, не очень понятно, что означает, но буквальный смысл его ясен. А вот здесь Бог, который ищет человека. То есть оказывается, для Бога настолько же важна вот эта связь с человеком, как и для человека. Мы тоже для него ценность у нас тоже ищет. И, и не находит. Более того, все сбились с пути, мой народ пожирают они как хлеб, а кто, кто они враги, которые разоряют его или кто-то внутри, а в данном случае даже не очень важно. Вот народ как хлеб, да, то есть народ как ресурс, который можно потреблять, чтобы себе было хорошо. И э, одновременно объяли их страх и ужас, бы с праведниками Бог. То есть они пожирают, но их объял страх и ужас. Разве это бывает? Да бывает запросто. То есть э, эти нечестивцы осознают, в общем, что то, что они делают, это совсем плохо. И, может быть, они понимают, что конец будет не очень хороший. Но, но продолжают, а Васька слушает ест, как в басне Крылова. И даже такой диалог начинается. «Вам смешны надежды бедняка, но Господь защита его». То есть бедняку не на что надеяться, у него нет силы, богатства, возможности каким-то образом для себя постоять, но зато он надеется на Господа. Даже не сказано, что Господь его защитит, но вот сама эта надежда уже есть какой-то шаг к этой защите. И в конце диалога, если бы с Сиона пришло спасение для Израиля, когда Господь возвратит свой народ из плена, будет тогда веселье Якову, радость Израилю. То есть, как будто два человека, говорят, один мечтает, но не очень надеется, а другой уверен, наоборот, он более чем надеется. Может быть, это внутренние такие колебания псалмопевца, ведь мы бываем в разных настроениях, иногда такой внутренний диалог, он выражает перемены настроения или вот разные стороны нашего настроения. И в такой псалом маленькая зарисовка, да, опять о грехе, о праведности, о воздаянии, о том, что Господь должен вмешаться в жизнь этого мира, чтобы этот мир не погиб. Но вот Насирос – это зарисовка, которая показывает, как, собственно говоря, отношение одного человека к другому определяется тем, что он думает о Боге. И если он думает, что Бога нет, не обязательно вообще вот полный атеизм. Это может быть ну, уверенность в том, что Бог не вмешивается в нашу жизнь, да, что она слишком незначительна для него, что вот он не присутствует здесь с нами, он где-то там, высоко на небесах. Ну, а может быть и полный атеизм. И вот это источник такого отношения к другому человеку. Вот вера в Бога — это не просто некоторая умозрительная конструкция, это то, что может определять и должно определять отношения уже между людьми.